Продолжаем выпуск. В императорском дворце состоялась торжественная церемония внесения имен в Золотую книгу областного центра. В фолиант добавили имена директора Тверского технического училища, благотворителя и попечителя Андрея Коняева и первого ректора Калининского государственного университета Владимира Васильевича Комина, а также основателя клуба краеведов Верхней Волжи Николая Забелина. Церемония внесения имен проходила в торжественной обстановке в присутствии большого числа представителей общественности, историков и краеведов. В Золотую книгу в Твери внесли имена ярких, интересных, талантливых людей. Это Комин, Коняев и Забелин. Эти люди разные, но принципиально их объединяет то, что они стремились развивать наш город в области образования, в области исторической науки, в области воспитания подрастающего поколения. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося педагога Андрея Николаевича Коняева. На протяжении многих десятилетий он возглавлял Тверское низшее техническое училище. Благодаря ему учебное заведение стало одним из престижных в Тверской губернии. Сегодня Тверской колледж носит его имя. Владимир Васильевич Комин – один из инициаторов и главный организатор создания на базе Тверского педагогического института Калининского государственного университета в 1971 году. Он же стал его первым ректором и оставался на посту до 1982 года. Делу просвещения и изучения родного края посвятил свою жизнь Николай Алексеевич Забелин. Один из создателей Тверского клуба краеведов, он внес большой вклад в становление памяти князя Михаила Ярославича. Во многом благодаря его усилиям городу было возвращено его историческое имя. Они все люди, которые на слуху, которых знают. А случайных людей в этой книге точно нет. Поэтому мне очень приятно, что в Твери такая прекрасная книга, и что мы проводим такие мероприятия, и это ценнее для тех, чья память вот отражена в этой книге. Подписи под новой записью в Золотой книге поставили глава города Алексей Игоньков и председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Памятные свидетельства родным и последователям нынешних лауреатов Золотой книги Твери вручил председатель городской общественной палаты Владимир Рыбачук.